период борьбы с мировой эпидемией 21 июня свой профессиональный праздник отметят медработники. Поздравления люди в белых халатах уже традиционно принимают от руководства города. Я считаю, что именно благодаря вашему труду сегодня в Одессе достаточно спокойная ситуация по данной проблематике, по распространению. Она контролируема нами. И мы сегодня во всеоружии. Но это все благодаря вам. Я считаю, что вы сегодня настоящие наши герои. Спасибо вам огромное. Отвлечься и немного отдохнуть от напряженных будней медикам помогли артисты театра «Мускомедия». Они подготовили комедийный спектакль о врачах. Когда мы сможем маски снять? Когда мы сможем Лора. Всех обнимать? Лора, спокойнее. Дистанционнее. Вот дистанционнее, пожалуйста. Среди стандартных подарков, грамот, часов и памятных знаков главным признанием тяжелого труда врачей стало вручение ключей от квартир. Некоторые ждали собственного жилья более 15 лет. Бесценный подарок. Вот когда человек ждет этого, и уже когда действительно потерял надежду, и тут это счастье переполняет. Хочу сказать, мечтайте, мечты сбываются. В мэрии отмечают, что несмотря на сложности профессии, которые еще и усилились на фоне эпидемии, большинство остались верны клятве Гиппократа и не бросили своих пациентов. Никто из медицинских работников не испугался, не ушел в отпуска, не уволился. Все одесситы оценили и ценят труд медицинских работников. Чиновники заверили, что городу хватит денег на то, чтобы обеспечить медработников не только финансовой поддержкой, но и переоснастить их рабочие места. Сегодня можливо